План такой на этот эпизод. Обследовать зараженное Bloodflies здание, а дальше там видно будет. Вот это вот. Так, сейчас смотрю, только украсть не знаю ничего. А, мне немножко здоровья не хватает. Ну что там? Разлетелись они. Птицы! Сюда, птицы! Интересно, как вверх улетели, видишь? Деньги. Что тут еще хорошего? Так, фламовый. Вот это то, что мне нужно. Во, вот это прям прекрасно. А то стреляешь, только гнездо разбивается. Bloodflies. Целый. Так, это фул. Нет, это обычный уже. Кстати, а тут такой же нет штучки? Вот я разбил же гнездо. Что-то я не вижу. Ну, я пока здоровье не потерял, все нормально. Сюда, значит, идти. Слушайте, мне еще бутылочка такая нужна. Где мне ее взять, а? Тридцатничек. Тоже неплохо. А тут что, кто-то до меня уже постарался? Гнездо разбил. А вот флама был. Отлично. И еще. Заботливо подсунули мне бутылочки. Да, вот это отлично вообще работает. Сразу всех огненных мух уничтожает. Просто прекрасно. И эта флама была отлично. Вот сюда. Бон-чарми. Что он делает, этот бон-чарм? Ну... Все, ерунда пока полная. Еще двадцатник.
А вот зажигательные болты мне тоже могут пригодиться. Ими же тоже можно поджечь, правильно? Не обязательно же бутылкой. А как мне туда пройти? Так, зажигательные у меня стоят на чем-нибудь? На двойке, что ли? Нет. Это обычные, а где зажигательные? Это не то. А, вот. Та их на три поставлю. Вот тоже работает точно так же, собственно, как бутылка. Ну что, нет бутылок, что ли, больше? Это обычные. А вот пули мне нужны. Так откуда вы беретесь? Не вижу бутылок больше зажигательных. Здесь у нас что? Пистолетик. Носок. Ничего не ценного-то нет. Нет. Пистолет я уже взять не могу. Так, это вообще выход вот на эту площадь. Кстати, можно солдатина отсюда завалить. И уйти спокойно назад. Так, а вот это куда? Вот это мне тоже нужно. Записочка. Так вот, вообще в другую область зашел, здесь не был. Кто тут?
Что ты не умираешь? Надо умирать. Полегче. Полегче. Ничего себе, меня покусали. А вот еще. Не заметил сразу. Но тут есть еда. Благо, есть еда. Все хорошо. А это уже мне и не нужно. Это нужно мне было раньше, но я не заметил. Слепдарт, это очень хорошо. Так, вот, ну, хватит. Где вы все? У этого есть что? А вот книга какая-то. Black Market Shop Key. Интересно. Вот это мне пригодится. Буду грабить его. Потом. Когда закончу торговать. Ну что, тут все у меня. Не, это не разобьется. Банана. Ты смотри, они сюда вылетели, а? Еда есть еще? Кстати, вот это чуть не пропустил. Еда есть еще. Да что ж вы тут разлетались-то? А золдатыны есть еще? Должны же быть. Золдат, а вот стоит. На мосту. Вот он. Сейчас мы его грохнем. Не достаю. А, черт. Далековато стоит. Там еще что-то возбудились враги. Да их там два даже. Так, а тут тоже вроде какие-то ценности есть. На столике. Ну да, вот кошелек.
деньги. A stream of untruth. The echoes of lies come back as the voice of the outsider. Где ты? А, вот он. They will rise up among you like a virulent swarm, devouring everything wherever. Another victim. Ну. Что делать? Что делать? Надо же что-то делать. А что? Let's have a look. Да-да, надо посмотреть, что случилось. А где ты, собственно? Я не вижу тебя. Вот куда вот эта вот цепочка? Что, в воду прыгать? Для чего? They're all blind. But I don't think they're allowed to get together. The men and the women. The Abbey doesn't like it. Maybe when they're together, they have trouble keeping their pants on. It keeps them all focused on the structure. Где враг еще один? Sight! If an assailant is near, then I must be prepared. Вот где ты? А? Твоя же работа меня находить. Почему я тебя должен искать? Все? Отдыхай, отдыхай. Надо эту тоже придушить, чтобы не мешалось. Ну, пойдем посмотрим, что здесь у нас. Граната. А что здесь? Ну, хорошо. А помимо Blood Flies, там еще что-то есть? Ну, деньги есть, да. Враги. Кстати, это ценная статуэтка. Welcome to my shop. Have a look around. Oh.
Что? Кто? А, вот враг. Все нормально? Все тихо. А чего вы так перепугались? Узбагуйся. Нет, что? Кто? Где? Долго умираете что-то. Ну, ты меня видел. Я не могу оставить тебя в сознании. Пожрать есть вот что у вас? Много залдатен тут. Много залдатен. Все? О, еды сколько? Сколько еды? Сколько еды? Даже больше, чем надо. И деньги. Ну, слушайте, а? Вроде нет ничего. What? Somebody's not feeling well. Не, эта фраза так веселит. What happened here? No, please. Кошелечек. Ну, пойдем дальше. Значит, вот она, собственно, станция, которая мне нужна. Аттермайер Стейшн. This should take me out to the Institute. Да-да. Вот эти... Да, вот эти рельсы отключены. То есть электричество отключено на этих рельсах. We'll have to try again. We have to see Dr. Hypatia. They don't let anyone see her anymore. Not even people who need urgent treatment. Ну ладно, вы не мешаете мне. Thank you.
А туда можно как-то забраться? Страшно было? Понимаю тебя. Понимаю. Welcome to Winslow Safes. Feel free to have a look around. Да, спасибо, что пригласил. Сейчас посмотрим, что у тебя вот в кассе, например, есть. Да что ж я вниз-то соскакиваю. Blood or coin. Everyone is going to pay me their due. Safe Contest Combination. Интересно. 463, это насчет какого-то сейфа. Да не закрывайся ты. Ничего интересного нет. Так, вот это вот 463. И Bond Charm здесь у нас. И денег куча. Куча денег, на апгрейды все пойдет. Че, распсиховалась-то? А я не верю тебе. Не верю. Всем расскажешь же. Наверх пойти все. Че ты распсиховался? Ну вот, ключ, кстати. Между прочим. И ключ этот от эпартмента доктора Хайпейжа как раз. Куда ты удрал-то? Ну, фиг с тобой. Посмотри, что там наверху. Есть какие-нибудь деньги или что? Вообще ничего нет. Наверх тогда сходим. Вот что это такое? Так странно освещено, эти все темные. What do you want from me? Да ничего-то от тебя мне не надо. Успокойся. Так, а наверху вообще что? А, все, ничего нет. This must be the alchemist's apartment. Alexandria Hypatia. Thank you.
If I could, I'd nest blood flies in the hearts of everyone who opposes me. I spend less and less time here at my apartment, but my work at Atomyer demands it. After the horrible failures of my first serum, I'm more determined than ever to help the miners. It's not my say how hard the Duke and his cronies drive the workers, but until he sees reason, I'll do what I can to make their lives better and to provide comfort to their families. It's my obsession, this work, and the impact it will have on the least privileged people in Karnaca. Studying the original plague elixirs, I'm close to something. Ну хорошо, и здесь я прерусь, а в следующем эпизоде пойду делать последние апгрейды, грабить магазин и валить отсюда.